Всем привет, это Алена. В сегодняшнем видео я хочу вам показать свои покупочки в магазине Микси. Это лаборатория современной косметики, в основном молодежная и раскрученная в сети Инстаграм. Заранее извиняюсь за свой голос, я немножко приболела, у меня все заложило. Если какой-то голос не такой, девочки и мальчики, не обращайте, пожалуйста, на это внимание. Ну, немножко приболела, но лечусь. Сегодня я вам покажу небольшую свою покупочку в этом магазине. Данной продукцией я никогда не пользовалась. И вот под влиянием Ютуба опять решила попробовать данную косметику. Все время смотрела ее в ленте Инстаграм. Ее просто все-все рекламируют. Ну и куда же я? Мне тоже хочется. Сейчас внимательно рассмотрим поближе. Первое, что хочу я вам показать, это вот такой гель-эликсир для тела. Бутылочка такая небольшая, здесь всего 200 мл. Это мерцающий ухаживающий эликсир для тела с маслом виноградных косточек, экстрактами каланхоя и стевии медовой. В общем, тут много чего перечислено. Ну, эликсир такой действительно приятный на тело, он достаточно сильно увлажняет кожу, такой прям ароматный, прям такой, очень вкусно пахнет, девочки, прям обалдеть, как вкусно пахнет и разносится по коже очень легко. Он очень увлажняет, он, видите, он как будто как пенится сначала немножко, такой, как легкая такая пенка, как будто на нем появляется, когда разносишь. Но когда разнесешь, это потом вообще потрясающе. Это такая кожа после него, просто превосходная кожа. Я попробовала, мне очень понравилось. Кожа такая сразу такая напитанная, увлажненная, такая смягченная, такая прям. Ну, кожа вообще класс. А аромат? Аромат у него, кстати, у него очень парфюмированная душка. Пахнет чем-то таким сладеньким, с легкой ноткой кислинки. Но знаете, не такой кислинки, как бывает, намажешь каким-нибудь кремом для тела, и потом и ходишь таким, как испорченным йогуртом, кислым молочным продуктом пахнет. Здесь нет, здесь кислинка как раз, мне кажется, вот эта стевень дает. Стеви медовая, мне кажется, дает. Хотя очень приятный запах. Ну, очень прям, как будто легкая нотка корицы с медом. Приятно, ароматизированная душка. Кстати, если был бы такой парфюм, было бы даже очень ничего. Что-то меня совсем заложило. В общем, вот эта штука мне определенно понравилась. Ну, сразу скажу, девочки, магазин Миксит — это далеко не дешевая косметика, далеко не бюджетный. Я потратилась, потому что я просто решила попробовать. Ну, не знаю, вернусь ли я еще в этот магазин и попробую еще какие-то новинки или нет, потому что очень прилично вышло, как бы, и я не могу себе позволить на 4 продукта почти 4000 потратить. Ну, вот данный гель, эликсир для тела, мне обошелся 695 рублей. Ну, на первый взгляд он мне очень понравился, и с первого попробования моего, мне он понравился. Данный гель могу рекомендовать. Он очень хороший, очень прикольный, прям супер-пупер. Следующее, что я вам хочу показать, это... Так, сейчас... Это глубоко увлажняющий и восстанавливающий крем для всех типов кожи лица с муцином улитки. Ну, сейчас я смотрю, вот этот муцин улитки абсолютно везде пихают. И в патчи, и в гели, и в крема, и в маски, и в скрабы, и в умывалки, и в сыворотки всякие, эмульсии. Вообще во все, что можно, впихивают вот эту муцин улитки, потому что она... очень хорошо, благотворно влияет на кожу. И были всякие и сыворотки, и эмульсии были, и скрабы. Было там все. Много что можно было выбрать.
Очень большой ассортимент, но я вот выбрала кремушек, потому что я прям хотела, тем более сейчас зима, я прям хочу напитать свое личико хорошим кремушком. Прям хочется. Запах у него, кстати, я думала, будет противный. Ну, голография такая, улиточка. Но пахнет, кстати, ну, далеко не противно. Не знаю, почему. Пахнет очень даже приятненько. Он такой беленький. Он такой прям спрейчиком. Я считаю, это очень удобно. Это не очень экономично, с другой стороны, потому что в баночке мы все пальчиком вытащим. Из такой бутылочки не все вытащишь. Просто пальчик туда не залезет. Ну, литраж его небольшой. Всего 50 миллилитров. Бутылочки приятные на ощупь. Он такой беленький, но прозрачненький. Он такой, видите, он как... Он не столько крем, сколько как такой кремовый гель какой-то. Или сыворотка плотная, знаете. Он не смотрится как кремом. Знаете, есть такие крема, такие прям жирные, плотные. Этот такой легенький. Ну, тоже хорошо разносится по коже. Ну, прям супер. Кожа, конечно, отпад. Мне очень нравится. А душка уже не такая прям приятная, как вот у этого геля для тела. Уже не настолько приятно. Ну, и не противно. Ну, и не совсем приятно. В общем, я думаю... Полноценно еще его не попробовала, конечно же. Ну, надеюсь, что будет достаточно хорошим. Ну, очень на это надеюсь, что он будет очень достаточно хорошим. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такая маска, знаменитая Mixit. Это прям супер-пупер, огонь мега-класс. Инстаграм прям пищит. Тут еще такие наклеечки, знаете, когда покупаете, что она заклеена, значит, никто не открывал. Сейчас-то я, конечно, уже открыла. Попробовать не попробовала еще, девочки, сразу. Голография. Кстати, вот этот кремушек мне обошелся. Крем для лица. Сейчас скажу. Где он? Face крем. 745 рублей. Не дешевенько, да? Вот такая масочка. Масочка просто огонь. Прям вообще огонь-огонь. Я хотела такую, честно. Вот ее я точно под влиянием Инстаграма приобрела. Маска. Звезда маникюрщика, наверное. Посмотрите, какой гель. Посмотрите, какие звездочки. А пахнет. Девочки, пахнет яблочком. Ананасиком. Чем-то кисленьким. Чем-то сладеньким. Но настолько приятный запах, это просто огонь. Ну вот, ничего другого не могу сказать. Конечно же, я еще ей не попользовалась совершенно-совершенно. Не воспользовалась еще. Но сияет она просто блеск. Это маска-пленка. У меня от черных точек. Черные точки и матирование. Пахнет вообще замечательно. Просто огонь как пахнет. Мне очень понравился вид. Прям не пробовала еще. Почитала, я послушала, что засыхает достаточно долго. Не очень быстро. Минут 30-40 придется подождать. Но я маски делаю. Я никогда никуда не тороплюсь. Я думаю, мне очень даже нормально будет. Ну, светится она просто вот. Вживую она намного ярче и лучше светится. С эти блестки, звездочки. Красота. Еще есть такая беленькая, перламутровая. Считаю, что это такое роскошество, которое особого эффекта не даст, но чисто побаловаться, потешить свое самолюбие. Ой, маска мне такая обошлась. В 995 рублей. Вот такая масочка. Супер-пупер. Мега-класс. Следующее, что я вам покажу, это будет тоже кремушек для лица. Упс, не падай. Это будет вот такой кремушек для лица.
названием Blue Cream. Это совершенствующий крем сияния с невероятным преображающим эффектом. В общем, этот крем, он, как сказать, не светоотражающий, он мелкий блеск дает коже, но это не блестки, это что-то типа мелкого-мелкого-мелкого шиммера, который добавлен в этот крем. У продавца спросила, не будет ли закупоривать кожу мне поры. Продавец, конечно же, сказал мне, что нет, в чем я глубоко сомневаюсь. Мне кажется, если часто использовать такой крем, будут забиваться поры. В общем, вам, наверное, не видно. Вам кажется, что он белым. Хотя вот так вот в баночке, вот немножко легкий голубоватый, розоватый перелив есть. Вот так вроде нет, а вот так вот. Ну, что-то есть, короче, в нем. В нем есть вот эти шиммеринки. Перламутр, не шиммер. Перламутр какой-то. Наверное, мне не показать. Или не сфокусировать. В общем, девочки, в нем определенно есть перламутр. Определенно в нем вот это есть. Крем тоже очень приятный. У них такие крема все, они очень легко впитываются, очень быстро впитываются, очень быстро напитывают кожу. Как-то супер-пупер быстрый эффект. Ну, не напрасно его же все рекламируют. Что-то же должно же быть в нем супер-пупер-мега-класс. Вот он дает легкое сияние. Ну, не видно. Вот не передает у меня камера. А на самом деле легкое такое сияние. Микро-микро-микро блеск. Как будто здоровая кожа кажется. Прям пахнет очень приятно. Прям супер пахнет. Я думаю, под тональный легкий тон или пудру будет смотреться замечательно. Думаю, даже будет легкий такой. Ну, знаете, вот мажу даже блестящий такой крем под тональную основу или под пудру. Я забыла, как это называется. Микроблеск такой. И он как сияние изнутри дает. Из-под пудры как будто сияние. Вот свежей, чистой кожи. Очень красивый. И такой кремушек мне обошелся. Тоже не дешево. Сейчас скажу. Этот кремушек. Ай. Вот этот кремушек дороже всех. Он обошелся мне в 1195 рублей. И тут литраж, тоже всего-то ничего. А где литраж? Так, девочки, ищем. А и найти-то не могу, как-то так-то. Так, сколько здесь литраж-то? Секунду. Девочки, ищу, а все под глазами, вот же. 50 миллилитров? Немного, не густо. Баночки, кстати... Не стекло. Баночки все пластмасса. Абсолютно все. Стекла у них нет. Экономят, видимо. Ну, в общем, вот такие красивые. И за вот эту покупочку мне дали подарочек. А, подарочек выглядел вот таким образом. Мы его сейчас с вами откроем. И это карандашик и пудра. Пошуршу вам немножко, девчульки. В общем, пудра. Обычная пудра. Не знаю, сколько стоит. Какая-то минеральная, компактная. Слоновая кость, компактная для лица с экстрактом алоэ и зеленого чая. Какая-то, вот я вот уже ее потестировала, посвочила. Какая-то она, не знаю какая. В общем, ее, в принципе, нам не особо видно. Вот припудривать, знаете, вот. Я думаю, припудриться с утра не особо ничего не видно. Ну и ладно. И не блестит, и не это. Хотя какой-то оттенок дает, но на камеру, конечно же, ничего не видно. Пахнет? Нормально пахнет. И вот такой карандашик. Черненький, длинненький. Фикс прайс. Обычный черный карандаш с точилочкой. Все. Так что, девчулечки, на этом буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить каналами. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока-пока.